Недалеко от Красноярска поднимается гигант машиностроения «Завод тяжелых экскаваторов». На ударной стройке развернулось соревнование за ввод в эксплуатацию первых производственных площадей в нынешнем году. Среди лучших монтажников – бригада Григория Алексеевича Матвиенко. В основе ее успехов – индустриальная сборка унифицированных конструкций крупными блоками, применение поточных и конвейерных методов. Представление о проектной мощности завода может дать простое сравнение. Если такой исполин, как «Уралмаш», выпускает сейчас один 40-кубовый шагающий экскаватор в год, то лишь первая очередь красноярского завода сможет производить за тот же срок 8 таких машин. Кроме того, в конце 11-й пятилетки с его конвейеров будут сходить карьерные экскаваторы различной мощности, роторные комплексы и другие агрегаты.